Жертвами пожара в Одесском областном медицинском центре психического здоровья стали 6 человек. 5 пациентов и медсестра. Они погибли из-за отравления угарным газом. Еще 6 пострадавших госпитализированы. Всего в больнице находились около 50 человек. Полиция квалифицировала произошедшее как умышленное убийство. Очаг возгорания находился возле входа в корпус больницы. По предварительным данным, причиной пожара могли стать поджог либо служебная халатность. В минувшем марте инспекторы местной прокуратуры обнаружили в больнице ряд нарушений противопожарной безопасности. Установлено, что не все недостатки были устранены. В административном помещении больницы проводятся обыски. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших и поручил премьер-министру Владимиру Гройсману взять под контроль расследование обстоятельств пожара.